О, смотри, Соня. Как быстро кран поворачивается. Какой кран? Я тебе Венеру показываю, ты на кран смотришь. Кран интереснее. Глянь, какая краса. А там какой-то кран. Да ну она просто быстро по небу, земля-то вращается. Так, Венера, 24 марта 2020 год. Ха, сбежала. Смотри, как Солнце вообще. 106 миллионов километров до него. А до Солнца, кстати, 107 сейчас от Земли. Ну, Венера же вокруг Солнца тоже, как и Земля, вращается. Венера – это же следующая планета, ну, предыдущая от Солнца. Ну, Венера ближе, да, вторая, чем Земля. Да? Вторая Земля, третья, да. Первый Меркурий, четвертый Марс, пятый Юпитер. По-моему, да. Сатурн потом. Слышь, ты лучше меня разбираешься. Сегодня Венера самая большая. Как это? Конечно. У вас же по 12, а я никогда больше пятерки не получал. Конечно, вы молодцы. Придумали, как родители обскакать. Самое большое угловое расстояние для наблюдателя с Земли от Венеры до Солнца. Да что ты со своим краном? Сейчас я тебя сниму, твой кран. Таня, скажи, сколько времени? 24 марта 2020 год, Харьков. Это не точная информация. Да, шатается. Ты посмотри, смотри, смотри, смотри. Он, смотри, ты видишь на экране крюк, как шатается? Ну да. Крюк, на котором задевает? Ну да. Туда мясо вешают, чтобы рабочий стимул был работать. Шашлыки. Так может этот? Или плохих рабочих. Вот какой стимул тогда у людей, которые на кран забираются, а потом до самого кончика доходят. Стимул это, по-моему, палка, которой рабов кололи в Древнем Египте. Я тогда маленьким был, не помню. Слушай, а смотри, кроме Венеры вообще ничего на небосводе нет, да? Есть. Мощнейшая. Где? Не знаю почему, но у меня в глазах точка. Это давление, знаешь, высокая рябь в глазах. Вон она, наша красавица. Так, в общем, первая тестовая запись Никоном Coolpix P1000. Да, и штатив же сегодня купил. Который, конечно, значительно лучше предыдущего. Особенно в свете того, что предыдущий накрылся медным тазом. Как он называется? Велбан. Велбан. Велбун. Куда пошли? Я с вами сейчас иду. Смотри, 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 смотри. Птички, птички, птички. Дети 21 века, да и взрослые 21 века. Такой фотоаппарат только для орнитолога и нужен, сынок. Это только смотреть за этими самыми, за птицами. Многофункциональный фотоаппарат. Узкоспециализированный. Watching birds. Ну ладно, не буду я уже.